Дорогой луны через лес пойдем. Я буду за руку тебя держать. Ну, привет. Каша. Ась, ты что ли? Ничего себе, 100 лет тебя не видел. Торчишь, что ли? А ты что, крутой, что ли, не торчишь? А помнишь, как бывали кино на Новый год, шампанское напились? Да я ж помню, мы еще тогда в чулане уснули. Ты меня тогда Кашей назвала, потому что букву «Р» не выговаривала. Вот так и прилипло на всю жизнь. Что вообще произошло-то? Почему ты тут тусуешься? Что за мной за Авгар бегает? Хочешь через тебя до меня дотянуться? Мы с пацанами цементный завод банкротили один. В большом сейфом шкафу под кипой документов я нашел камень нефрит. И чтобы сверху срока не припаяли, я этот камень в речку скинул. Это 7 лямов. Сберешь экспедицию, камень с одной реки достанешь. Усек? Она нам там точно ничего не выкинет, а? Ты зачем с наркологией-то связался? Я ей помочь хочу. Поэтому мне и нужны деньги. Хочу уехать с ней куда подальше. Не доверяешь, да? Проверяю. Где камень? Черное, белое, времени мили. Ангелы, демоны, что мы наделали? Поделили ли мы мир нам пополам? Кого в рай, кого в ад, кого дальше? Че за Авгар, меня ищешь? О, какие люди! Посмотрим, кто ты, нарк или братишка.